Добрый день. И вот пришли к домам деревьев, знаменитым на весь остров Хайань. Вот такие вот устраиваются здесь, конечно, величие. Устраиваются здесь вечерние представления. В этих домах находятся семизвездочные отели. В 7 часов начинается вот это светопредставление. Но, как я уже говорил, для китайцев горе сейчас. Эти дома будут сносить в ближайшем будущем. Уже некоторые начинают разбирать, так как оказалось, что застроены они не по правилам, не в законном месте. Китайцы все в шоке. Вот такую красоту. Конечно, так смотришь, такое величие. Специально люди ездят сюда посмотреть. Он тут ушу занимается перед ними на площади. Тоже вступить в группу пойти. Иди, позанимайся вот, с ними. Можно вот так, как бабушка, китайская женщина, пройти к Богу. Она энергия набирается. У Луны просят. А? Еще тут дракон должен летать. А когда его сейчас включат? Будет меняться, пойти ушу, говорю. Иди. А там еще, вот видишь, тут те тоже дома горят последние. Что-то пока иероглифы, там, наверное, что-то пишут для китайцев. О, потухли.